Здравствуйте, моя дорогая рукодельница. Наступает осень, холода, поэтому хочется немножко себя утеплить. Пора вязать новые вещи. И мы предлагаем вам совместное вязание по созданию бактуса. Бактус мы с вами недавно вязали, это был кубик. Если вы вязали с нами кубик, либо видели его, то изделие, тот бактус, который мы вам предлагаем сейчас, будет тоже такой же, ну, назовем ее так, разрезной техники, но выглядеть он будет совершенно по-другому. Форма у него будет очень необычная, нестандартная. Я надеюсь, что он вам понравится. Для вязания понадобится достаточно много цветов. От 3 до 8. У меня это 8-цветный бактус. Та конструкция, которую мы с вами свяжем, в той цветовой гамме подойдет к абсолютно любому изделию, к абсолютно любой шапке, беретику, которая у вас есть в вашем гардеробе. Совместное вязание мы будем проводить ВКонтакте и в Инстаграме. Присоединяйтесь, не пропустите, потому что после того, как мы начнем это вязание, оно станет уже платным. Пока бесплатно, присоединяйтесь. Все подробности под этим видео.